Гражданин Украины, которому прежде было запрещено пересекать российскую границу до 2019 года, безуспешно попытался это сделать. Чтобы попасть в Крым, житель Херсонской области специально восстановил якобы утерянный паспорт, но с измененной фамилией. Уже с новым удостоверением личности он отправился на границу и попытался ее пересечь. Бдительный пограничник, несмотря на другие данные в паспорте, узнал в украинце нарушителя закона и задержал его. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком на 4 года. Пограничник обратил внимание на тот факт, что предъявитель паспорта похож на гражданина сопредельного государства, которому по инициативе УФМС России по Краснодарскому краю закрыт въезд на территорию Российской Федерации. На вопрос контролера, менял ли он фамилию, мужчина сообщил, что фамилию не изменял. Паспорт гражданина Украины принадлежит ему и был получен в октябре 2016 года по причине утери предыдущего документа.